Охрана Паладин 9, говорит Виктор Косте. Вик, это Сэм. Я в городе, и мне не помешала бы помощь. Если ты просишь о помощи, нам нужно сделать это лицом к лицу. И какого черта там у тебя происходит? Я подумал, что ты узнаешь этот звук. Он ничего тебе не напоминает? Да, Ирак. Эй, Сэм, как там твоя дочурка? С ней все хорошо. Я получил от нее рисунок по почте. Кажется, рисовать ей помогала ее мама. Класс. Мои дети не присылают мне рисунки, даже не пишут ничего. Не пишут, потому что ты не умеешь читать, дружище. Смейся, смейся. Но когда я выберусь отсюда, то пойдешь в детский сад? Знаешь, я слышал, сейчас в детском саду есть вступительный экзамен. Не знаю, сможет ли Вика. Ложись. Все вниз. Берегись. Не двигаться. Сэм доверял мне, ведь мы с ним столько всего пережили вместе в заливе. Вот почему он позвонил мне после того, как третий эшелон выкинул с ним этот маленький номер. Он нуждался в прикрытии. Я был его единственным другом. Лайка, говорит база Вуфорд. По данным нашего БЛА, у вас потери. Два человека, командир отряда пропал, предположительно погиб. Найдите укрытие и держитесь, мы вас заберем. Я приказываю вам ждать эвакуации. Вы меня поняли?
لكنهم سيملون خلال خمسة دقائق ويعودون. أنت تمزح، لكنهم يأتون دائما للبحر. يا صديقي، أنت تقلق كثيرا. كل ما تنجح. ما رأيك في أن تأتي إلينا؟ لسنا حمقى يا حقير، لماذا لا تأتي لنا؟ واو. آه يا غبي، لن نقع في فكك. هل تعتقد أننا أغبياء؟ تعال لنا. إنه هنا، إنه هنا. هل تظن أننا أغبياء؟ لن نذهب إلى هناك. لماذا؟ لن نرى هناك بالأعلى. لقد نفذت ذخيرتي، أعطوني ثانية لإعادة التزويد. لا تخترع مني يا جبان. أين أنت؟ هو. أرني ما أفضل عندك أيها الحقير. لا يمكنك الاختباء. إنه هنا، إنني أراه. هيا اخرج وقاتل كالرجال. سأرمي قنبلة. اقضوا عليه، إنه هنا، إنه هنا. ذلك الذي اصطحبناه معنا، فقد كان بعيدا عن اللغم عند الانفجار. لا يمكنك الاحتفاظ به هنا، فالامريكيون سيأتون لبحث عنه. يمكن ان يأتوا، لكنهم سيملون خلال خمسة دقائق ويعودون. انت لقد حصرناه. انه هو، انه هناك بالاعلى. تحرك، اذهب، اذهب. ستبقى مختبئة. تعال أيها الجبان، أنا هنا. يا أيها الجبان، اختبئ، اللعنة.
به. لن نقع في هذا الفخ أيها الوغد. إننا لسنا أغبياء. أجد ذلك أيها الوغد. كف عن الاختباء مثل البنات الصغيرة. أنا أعرف أين أنت. هذا ما ظننت. إنك جبان. لن نذهب إلى هناك. لماذا لا تأتي إلينا؟ هل تظن أننا أغبياء؟ لن نذهب إلى هناك. لماذا لا تخرج إلينا بدلا؟ يا ترى خذ بعضا من هذا. إنني أراه هناك بالأعلى. كلما طال بحثي عنك. هل يعجبك هذا أيها الوغد؟ لقد وقع في المصيدة. هيا نذهب للقبض عليه. تحرك. يا إلهي. على حسب أقسامكم تقدموا. تحرك. نعم عليك. أنا وجود أمنيك. يمكنك الاختباء للأبد يا أيها الجبان. لن نقع. إنه هناك. هل تسمعني؟ أراه. هذه آخرتك. أهذا أفضل ما بك عمله؟ أن تختبئ كالبنت الصغيرة؟ قل بلا. اخرج أيها الأحمق. احذر مرة أخرى. هل تعتقد أننا سنخرج؟ لا تحاول الهرب مني يا أيها الجبان. قل بلا. انتبهوا. أعطني ما أفضل عندك أيها الحقيقي. هذا الهراء لا يصلح معي يا غبي. أخرج. لن نذهب إلى Эй, как тебя звать? Скажи, как называется твой отряд? Эй, какие у тебя приказы? Ты куда шел? Что тебе приказали? Молодец. Не думай, что мы все еще там же. Слышал, Сэм? Мы сматываемся. Есть вопросы? База Вофорд, это Лайка. Такси на двоих, пожалуйста. Лайка, это база Вофорд. Везучий ты, сукин сын. Отправим вертушку, как только определим твои координаты. Вас понял, Вофорд. Мы возле... Нужно уходить.
черт! Прости, Сэм. Стреляй! Так точно, Василиск. Может, посидите спокойно, мальчики, а мы за вами спустимся. Мы никуда не пойдем, ты это слышал, Сэм? Мы сваливаем отсюда. Спасибо, что вернулся за мной, Вик. Брата нельзя бросать в беде, Сэм. От семьи не отрекаются. Из-за этой операции Сэм начал сильно меняться. Иначе на это могли бы уйти многие годы. Годы, чтобы понять, что же это за перемены такие. Но уговор Сэма с Грим значил, что ему срочно требовались данные об Эми и Черной Стреле. Сэм никогда не просил о мелочах, и это значило, что это что-то важное. Другой вопрос был в том, где встретиться. Мы выбрали супермаркет National. Общественное место, много людей для прикрытия. Открытые пространства для слежки хуже не придумаешь. Я мог бы уклониться от нее, а Сэм, он мог их найти. И сделал это.